Носителю этого имени нужно постоянно работать над собой для устранения негативных проявлений. Обладатель этого имени учит быть внимательным к жизни и способным по малейшим изменениям оценивать ситуацию. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Буква «Э» в имени делает людей темпераментными, энергичными, сексуальными. Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. У владельца этого имени очень явно проявляются такие внутренние качества, как независимость, воодушевление, активность и оригинальность. Звук «К» в имени твердый и колкий, при звучании настораживает, вызывает напряжение. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Согласное «Ш» в имени делает человека хладнокровным. В экстремальной ситуации он не поддается панике, сохраняет ясность мысли. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Обладатель этого имени либерально настроенный и свободный от предрассудков, уважает права других людей. Считается, что если в имени присутствует буква «С», то это признак властности и капризности. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Они могут занимать руководящие должности. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Обожают путешествовать, предпочитая при этом поездки на автомобиле, так как их успокаивает шелест шин. Часто люди с гласной «О» склонны к консервативному образу мыслей, и принципиальность сковывает их возможности. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверят, поскольку трезво смотрят на вещи. Из них получаются хорошие бизнесмены и журналисты. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.